«Синий трактор» представляет. Пожарная машина. Привет! А ты чего такой загадочный? Отгадай, что у меня в кузове? Мячик? Нет, не мячик. У тебя вторая попытка. Грязь? Ха-ха-ха! Сам ты грязь. Смотри, спички! Классно, да? Спички? Но спички детям не игрушка. Мне так мама с папой говорили. Не игрушка, конечно, но я и не собираюсь с ними играть. Мы костер разведем. Ничего себе! А где? Тут же вон какое красивое покрытие. Костер сделаем в песочнице. Песок не горит, я уже проверял. Огонь разве для нас не опасен? У нас ведь внутри бензин, он очень сильно горит. Мы же не будем лезть в костер, мы им любоваться будем. Видел когда-нибудь огонь? 100 раз! Папа в лесу костер разводил. Это красиво. А дедушка старую траву жег. Это не очень. Тогда хватит болтать! За дело! Надо натаскать в песочницу веток, бумаги и вообще все, что хорошо горит. Помоги мне коробку отсюда вытащить. А ты сумеешь их зажечь? Конечно! Это легкотня! Смотри! Опа! Ура! У нас самый настоящий костер! Какой красивый! А я что тебе говорил? Какой он большой стал! И жарко от него стало! Давай подальше отъедем, а то ведь у нас масло и бензин! А давай вокруг костра ездить и песню петь! Какую еще песню? А вот послушай. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Вы что тут натворили? Вы чего тут наделали, а? Как что? Костер наделали. Стой с нами и любуйся. Смотри, какой красивый огонь. Разве тебе так не кажется? Не кажется, а кажется мне совсем другое. Что тебе еще кажется? Кажется, что вы оба глупые. Развели огонь и сейчас тут все сожжете. Стенки-то у песочницы из дерева, а дерево горит. Дерево горит? Ветки же из дерева, они вон как горят. А доски из дерева? Из дерева, из дерева. Я хоть и младше вас, а знаю, что спичками дети не играют. Огонь это опасно. Ой, а я тут ничем помочь не смогу. А чем ты нам можешь помочь? Я могла бы затушить ваш костер, но в моей цистерне нет воды. Полиция! Поехали отсюда быстрее! Нет уж, стой! Нужно отвечать за свои поступки. Грузовик! Поливалка права. Будем отвечать. А что я? Я ничего. Ну, просто предложил. Ха! Ура! Ура! Нет злющего костра! Ура! Ура! Нет злющего костра! Ура! Ура! Нет злющего костра! А вы чего радуетесь?
Сейчас поедем к вашим родителям, и они вас накажут. А меня-то за что? Я только что приехала. Разберемся, кто тут только что приехал, а кто костер разводил. Вы что, не знаете, что спички детям не игрушка? Не знаете, что это очень опасно? Не знаете, что при пожаре надо звонить 112? Знаем! Знаем, знаем! Хорошо. Родителям вашим я ничего не скажу. Если вы дадите мне обещание, больше никогда не разводить огонь. Обещаем! Обещаем! Я не разводила огонь, но тоже пообещаю. Вам повезло, что кто-то из взрослых увидел дым и позвонил по телефону 112. Это чтобы вам понятнее было. А так он называется телефон службы спасения 112. Поняли? Да. Хорошо. А теперь уберите грязь из песочницы. Вот теперь у тебя в кузове грязь. Я угадал?